Итак, друзья, всем привет! Сегодня мы будем пилить умывальник из искусственного камня. Вот, стоит задача нам его укоротить. Мы изготовили мебель для нашего заказчика по индивидуальному заказу. Длина умывальника у нас 2,60. Нам задача стоит его сделать 2,07. Сейчас приступим. Будем делать это с помощью обычной болгарки и диска по керамограниту. Вот, весь процесс сейчас вам покажем. Погнали! Итак, друзья, наш умывальник — это бельгийский искусственный камень, мы его сами лично импортируем. Вот, приехал он у нас в пленочке. Сейчас мы эту пленочку снимем, чтобы нам было удобно замериться. Вот здесь у нас уже был отбит угол, вот мы специально посмотрели, еще он сделан внутри. Вот, сейчас распакуем и будем размечаться. Друзья, смотрите, вот наш умывальник, его длина 2,63 либо 2,634 миллиметра. Вот. Сейчас найдем центр и от центра будем в каждую сторону размечаться нужное нам расстояние, потому что с каждой стороны нужно будет отрезать по куску. Нам важно найти центр нашего умывальника. Вот мы его нашли, да, и теперь в нужную сторону отмерить по нужному нам куску. Нам нужна длина 2,07, соответственно, в каждую сторону будет по 1035 миллиметров, вот, ну либо по 103 сантиметра с половиной. Но нужно учесть еще, что толщина диска, который мы будем резать, он тоже выберет у нас материал. Соответственно, на эту толщину увеличиваем расстояние. То есть мы забрали 3 мм. То есть должно было быть на пятерочке, вот мы на 8 поставили меточку. И меряю не 1,03 в сторону, а 1,13. Почему? Чтобы нарисовать на десятке. То есть стартуем от десятки. То есть десятка — это у нас 0. Потому что вот эта штучка, она нам даст тоже погрешность вот какую-то. Соответственно, чтобы были более точные у нас наши измерения, вот от десяточки это у нас 0, и погнали. 1,13,8 получится у нас ровно в сторону 103,5 сантиметра. Сейчас отрисуем полосочку и приступим резать линию, да, с помощью карандаша. Итак, друзья, вот отпилили мы одну из наших частей, да. Пилится материал хорошо, идеально, я бы сказал. Видим внутри структуру каменную, да, сверху покрыта она акрилом. Вот, у нас осталась наша часть, которую мы сейчас будем обрабатывать с помощью обычной черепахи разной грануляции. Начнем с крупной и пойдем дальше к более мелкой. Итак, отпилили мы уже нашу одну часть, да, смотрим, и даже уже зашлифовали частично, как у нас идеальненько это все получилось. Этот край у нас будет невидимый, будет примыкать он у нас к стене, вот, сверху пойдет у нас силикончик. Красота. Итак, друзья, вторую часть мы также благополучно отпилили. Вот, пустим ее, может быть, на какие-то полочки. И опять же берем черепаху. Сейчас взяли сотку, грануляцию. И будем теперь зашлифовывать наши неровности, которые образовались у нас от диска. Итак, народ, смотрите, был наш умывальник 2,60, задача стояла нам сделать 2,07. Вот, проверочку вам, смотрим, идеально 2,07. Вот, сейчас на ту сторону на бортик. Вот, и вот здесь смотрим, почти 2,07, 2,69 с половиной.
Вот так вот идеально нужно работать. Итак, видим искусственный камень. Да, покрыт акрилом. Идеально ровный срез нашего умывальничка по всей длине. И с этой стороны точно так же. Сейчас все это дело. Эти части у нас будут невидимые, они будут примыкать к нам к стене. Сейчас мы все это дело упаковываем и будем ждать тумбочку. Таких два идеальных у нас кусочка осталось. Немножко с дефектами, потому что они нам были не нужны, не важны. Вот, ну в теории даже здесь можно обрезать, да, вот так, и заполировать, зашлифовать, и получится красивые какие-то полочки, мини-полочки. Итак, друзья, сегодня мы специально резали умывальник, большой, длинный, из искусственного камня. Результата нужного достигнули. Чего? Ах да, вы же не знаете. Так, как я и говорил уже, 2,07 длина нужно нам было, 2,60 был общий размер. С одной стороны отрезали умывальник, с другой отрезали умывальник. Тумбу изготовили по индивидуальному заказу. Здесь у нас три шуфляды, да, для хранения будет с доводчиками. Вот. Там у нас будет корзина для белья. Сейчас это дело разобрали, чтобы подключить смеситель. Друзья, такая красота вот у нас получилась, только у нас и только по индивидуальному заказу мы изготовим для вас мебель и установим свою же сантехнику наверх. Если нужно, как всегда, доведем до ума, обрежем, все сделаем красиво. Всем пока!